Всем большой привет! Я рада приветствовать всех на моем канале. Тема сегодняшнего видео – летние платья для женщин 50 лет, которые сделают вас молодой и модной. Платье – это один из наиболее популярных элементов гардероба у большинства женщин. Каждая женщина всегда хочет выглядеть привлекательно и стильно, возраст этому не помеха. Поэтому неудивительно, что женщины за 50 лет следят за модными тенденциями, и их волнует, какие летние платья в тренде. Есть негласные правила при выборе платьев для женщин за 50 лет. Во-первых, платья должны быть ниже колена и прикрывать ноги. Только в редких случаях, когда фигура идеальна, можно отойти от этого правила и надеть платье выше колена. Во-вторых, платье следует выбирать с рукавами. Платье-рубашка. Фасон довольно лаконичен и прост, однако невероятно популярен среди дам зрелого возраста. Он молодит, скрадывает лишние объемы бедер. Ремешки и пояса позволяют подчеркнуть талию, обратить внимание окружающих на красивый силуэт. Их можно носить как с обувью на плоской подошве, так и на каблуках. Идеальный крой этой модели скроет недостатки фигуры, а также подчеркнет ее достоинства. Выбор расцветок и принтов ткани зависит только от ваших предпочтений. В тренде ткани в полоску, в клетку, с геометрическими фигурами, анималистических и флористических мотивов. Платье Макси – беспроигрышный вариант в любой обстановке. Такое платье смотрится очень совершенно, целомудренно, полностью закрывает ноги от посторонних взглядов, скрывает несовершенство женской фигуры, которая есть в этом возрасте. Помните, что крупный принт визуально может делать фигуру более объемной, а вот мелкий стройнит ее. Если вы отметили свой 50-летний юбилей, совершенно не обязательно облачаться в старушечьи наряды. Напротив, данный возраст – отличное время для экспериментов, благодаря которым вы имеете все шансы выглядеть потрясающе и более стильно. Летом 2021 в списке главных трендов основу составляют плавные линии, отсутствие слишком явных контрастов и мягкие оттенки цветовой палитры. В летнем сезоне не обойтись без женственных кружевных платьев светлых оттенков. Этот наряд также подойдет для праздничных мероприятий, а также смело надевайте в отпуск. Следующий тренд – это миди-платье с объемными воланами. Такое платье прекрасно сочетается с любой обувью. Но лучше всего будет смотреться с остроносыми балетками или туфлями. Летние платья в стиле боха однозначно очень популярны. Они помогают любой женщине чувствовать себя свободно, женственно, красиво и стильно. При этом для летнего платья в стиле боха просто нет ограничений ни в возрасте его хозяйки, ни в ее комплектации. Такой наряд идеально подходит как молоденькой девушке, так и женщине в возрасте. Платье в стиле боха идеально впишется в образ спортшик или кэжуал. Для гармоничного образа достаточно добавить к этой модели платье громоздкие кроссовки или утонченные босоножки. Платье с цветочным принтом – прекрасный вариант для повседневья. В этом сезоне популярна флористическая тематика с объемными и красочными цветами, а также веточками. Летнее платье должно быть выполнено из легкого воздушного материала, который позволяет коже дышать и чувствовать себя свободно. Роскошный образ, в котором присутствует платье в пол с ярким принтом. Thank you.
Следующий тренд – минималистичные платья. Минимализм – один из ведущих трендов 2021 года. Многие бренды отказались от пестрых принтов, многочисленного декора и сложно сочиненных силуэтов в пользу чистых линий, лаконичного кроя и природных оттенков. В коллекциях дизайнеров значительную нишу заняли именно вневременные минималистичные платья. Самый популярный принт на лето 2021 – это цветочный, полоска, горошек и тай-дай. Также в тренде и другие – платки, клетка, абстракция, лозунги, океан, тропики. Для женщины очень важна внутренняя уверенность в своей привлекательности. Даже самые красивые и дорогие вещи не будут смотреться стильно, если женщина внутри зажата и закомплексована. Если же присутствует внутренняя уверенность, то даже самые простые вещи будут смотреться, как изысканный королевский туалет. К 50 годам многие дамы прекрасно понимают, что принцип «чем проще, тем лучше». Он также работает и при составлении образа. Лучше сделать ставку на качество ткани и изысканные цветовые сочетания, чем использовать вычурные фасоны с множеством дополнительных деталей. Если понравилось видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Спасибо, что смотрите мои видео. До новых встреч, пока-пока!